Республика Беларусь и Иркутская область уже сформировали те направления, которые сегодня фиксируем и дальше развиваем. Первое направление – это связано с развитием сельского хозяйства. Нам это интересно, мы видим перспективы вот этого хорошего долгосрочного сотрудничества. Второе – мы сегодня подробно проговорили по лесовосстановлению. Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что сегодня Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление как не только экологическое, но мы его рассматриваем как свое национальное, потому что у нас два уникальных памятника природы – это Сибирская тайга и озеро Байкал. Третье направление – это коммунальная техника. Мы видим, что здесь перспективы сотрудничества есть.